Носом мы его зовем Морозом. И сегодня, в этот вечер, состоится ваша встреча. Ты готов? Тогда вперед! Дед Мороз давненько ждет. Ты посмотри, кто к нам заглянул. Люда! Здравствуй, радость моя, а я скучал по тебе. Расскажи-ка, дедушке, хорошо ли ты себя вела в этом году? Не слышу. Говори громче. Ты молодец, не то что мой сорванец. Вижу, ты хорошая девочка. Ты уже написала мне письмо? Если нет, то скорее пиши. Ну вот, кто-то еще прислал письмо. Ждет новогоднего волшебства и подарка. Взрослые знают, что пришла зима. Поэтому одевайся теплее в новом году, чтобы не заболеть, и чтобы румянец всегда играл на твоих щечках. Слушайся родителей, ешь побольше полезных овощей и поменьше конфет и сладкого, и тогда будешь большая и сильная, как я, и такой же веселой, как мои помощники. Люда, ты, конечно, знаешь традицию наряжать новогоднюю елочку, украшать ее гирляндами, шариками и волшебными огоньками. Вот и сейчас я хочу зажечь на своей елочке волшебные огоньки. И ты мне можешь в этом помочь. Давай с тобой скажем волшебное заклинание. Оно очень простое. Повторяй за мной. Итак, раз, два, три, елочка, гори! Ну вот, видишь, какая у нас елочка. Ты настоящая помощница. Молодец. Олененок, ну опять твои рога в кадре. Ну отрасти уже, а? Ну третий дубль уже портишь. Ну, Люда, мне пора собираться в дорогу. Разносить подарочки тебе и другим детишкам. Поэтому я желаю тебе счастливого Нового года. До встречи, моя хорошая.